История 4-й Брестской школы ведет свой отсчет с конца 30-х годов 20 века. В ее прошлом и военные годы, и период восстановления страны Советов, и период восстановления самого учебного заведения. Во время оккупации на его базе располагались полицейский участок и конюшня. После победы все пришлось начинать с нуля. Справились. В 2017-м учреждение образования принимает поздравления в честь 80-летия. Крепкого вам здоровья, всего самого наилучшего, благополучия вам, вашим ученикам, чтобы попадали, к вам приходили талантливые, и судя по фильму, у вас есть чем гордиться, и есть пример для подражания для последующих поколений. Поэтому всего самого наилучшего, с юбилеем вас, с праздником. Гранит науки сегодня в стенах 4-й школы грызут порядка 430 человек, что по меркам областного центра немного. Однако в таком относительно небольшом количестве учеников есть свои ощутимые плюсы. В их числе особый подход и атмосфера. Педагоги знают о сильных и слабых сторонах не только классов, но и каждого отдельного ребенка, что, безусловно, помогает получить максимальный эффект от учебы. Небольшое количество учащихся, хотя в этом году 430, но ввиду того, что школа небольшое помещение, мы как бы знаем всех учеников по именам, не то что по фамилиям, и это очень важно. И вот эта дружная семья, вот эта атмосфера добра, которая все время у нас в коллективе школьном учителя, ученики царит, вот она, наверное, и является отличительной чертой нашей школы. Большое количество династий – еще одна отличительная черта четверки. В школу приводят своих детей, внуков и даже правнуков. Не редкость и случаи возвращения в родные пенаты в новой роли учителя. 25 лет, как я закончила эту школу, и в 93-м году. И сразу после института я пришла работать в эту школу учителем биологии. Для меня эта школа родная, я рядом живу возле этой школы, мои родители закончили эту школу, старший сын закончил эту школу и младший учится в этой школе, поэтому школа для нас, наверное, второй дом. С любовью относятся к родному учреждению и ученики нынешние. Они желают родной четверке долгих лет плодотворной жизни и гордятся тем, что неразрывно связаны со школой и с большой историей. Очень радостно чувствовать за мою школу и за моих учителей. Это не только праздник школы, но и учителей, которые провели всю свою жизнь в этой школе, которые отдались полностью этой школе. Они не жалели сил и себя, они все вкладывали в нас, все, что они могли нам дать. И я очень признательна им за то, что они для меня сделали. Конечно, я горжусь. Это строится много новых школ, у которых нету истории. А у нас школа, которая прошла войну, это многого стоит, это многое значит для нас. Анастасия Стропко, Андрей Щерба, Антон Луговкин, телекомпания БУК-ТВ.